Всем привет! Вы на канале Бункер Фолча, и мы с вами продолжаем проходить игру Hogwarts Legacy или Hogwarts Наследие. Ну что ж, давайте продолжать. В прошлый раз мы остановились на том, что в Хогсмите продали ненужную нам одежду. Так, Хогсмит. Давайте, наверное, поизучаем, что здесь вообще в принципе есть. А, кстати, ребятушки, а у нас же здесь есть на карте какой-то старый глупец, старое заброшенное здание. Давайте туда сгоняем. Чисто из любопытства посмотреть, что там такое есть. Поизучать, так сказать, все эти магазинчики мне не сильно интересны на самом деле. А вот что там за... старое какое-то здание, причем еще и заброшенное. Опачки. Ну-ка. Ай, да блин, не так. А, не успел. Так, иди сюда. Отлично. Так, руководство страницы собрали. О, а там еще одна. О-о-о. Видишь? Вот она. Еще одна страница летает. Только что-то она почему-то в одном месте висит. Ну ладно, мы как раз туда идем. Сейчас, наверное, ее и соберем попутно. А тут поблизости ничего нету. О, фига себе рисует. А нафига держать палочку, которой вот он магией, типа, вот держит кисточку и рисовать вот так? Я понимаю, холст он держит, типа, это, но с другой стороны холст он качается в разные стороны, как бы это... мазня получится. Но держать палочку, чтобы держать кисточку, может проще сразу кисточку взять, как бы бред какой-то. Ну, на мой взгляд, опять же. Так, давайте посмотрим, где-то здесь эта хрень летала. Ага, во, так, во. Ну-ка иди сюда. Отлично. У нас одной страницы не хватает, чтобы что-нибудь там прокачать, достижуху какую-то получить. Rebellion. Так, опачки. Ну-ка. Заброшенный магазин. Ходят слухи, что владелец этого заброшенного магазина использовал уменьшающие заклинания, чтобы эффективнее хранить свой инвентарь. Однако он просчитался, и по сути это закончилось тем, что все исчезло. Прикольно. Ну-ка, давайте зайдем. Так, ну-ка. Чтобы посветлее было. Так, это соберем, естественно. Ага. Какая-то, короче, стена здесь и две елки. Скала и две елки. Но это где-то поблизости здесь. Хорошо. А здесь чего? Сумка. Денежки. Нихера себе, в такой сумке огромные деньги только валялись. Так. А что-то здесь может быть еще полезное есть. Ага. Ну хорошо, давайте посмотрим, где здесь скала. Скала вот она есть, нам нужны две елки. А вот и скала, и две елки. А вон и вот эта хреновина. Ну-ка иди сюда, мотылек. Я тебя домой отведу. Погнали. Сейчас отведем его. Ну вот и на место вставай. Так, так. Отличненько. Так, что это у нас? Собрать. Еще одно руководство. Одна из 15. Мы, по-моему, много уже собрали их. Разве нет? Возможно, это новое достижение уже получили. Давайте-ка посмотрим. Так, ай, блин, это я карту открыл. Вот так. Да. Что у нас там? Коллекции, кстати говоря. Коллекции. Это 28... из 150. Это мы что собрали? А, заброшенный магазин. Это то, что мы читаем, когда находим новые места, локации. Ух ты, блин, тут дофига их вообще. Так, а где у нас испытания? Ну-ка, испытания. Чем там наиспытывали? Это что, очки? А, это еще награды получить можно. Это я забыл получить, получается. Так, завершите 4 задачи, завершите 6, завершите... О, кстати говоря, 6, 4 уже завершено. Взаимоотношениями побочные, все, я понял, хорошо, завершим. Страница руководства у нас. Шапка новая,
Еще одна шапка. Соберите 15, соберите 25 из 17. А, 17 уже собрано. Тогда в Хогвартсе, хорошо. А это вот что такое? Это, наверное, во всем остальном мире возможно, а не конкретно в Хогвартсе. А, кстати говоря, у нас вот бой еще даже не открыт. Исследование и вручай комната, кстати говоря, мы ее еще не нашли. Короче, тут еще много контента, я вам так скажу. Так, совиные сообщения. Это чего? Настало время показать, чего ты стоишь на дуэлях. Как знать, может в нашей школе появится новый чемпион. Финальный раунд скрещенных палочек пройдет там же, где обычно. А если тебе нужны тренировки, манекен в твоем распоряжении, Люкан. Хорошо, мы можем стать чемпионами. Надо бы сходить туда, всех победить, всех нахрен расфигачить в этом обществе скрещенных палочек. Так, а здесь чего? Здесь чего? Легендарная накидка. Накидка с таинственными узорами, полученная за выполнение основных заданий. А, ну это то, что мы просто получили за выполнение заданий. Да, кстати, давайте посмотрим, что у нас в общем по снаряжению-то теперь. У нас теперь есть новая шапка. Не понял, а где? Как-то странно, я же вроде новое получил. Все. Нет, нету. Погоди, так я же получил. И где она? Вот это вот две шапки, шарф и накидка. А где они? Так, что-то чувствуется какая-то наебалово. Так, ладно. Задачи. Что у нас по задачам? У нас задача профессора Гекат есть. Задание по травологии. Девушка из Уагаду. Это Уганда. Из Уганды, короче, девушка. Так, тренировка комбинации 2. Скрещенные палочки раунд 3. Задача профессора. Это что у нас? Клуб регулярно сообщает, да? Ну, давайте тренировку вот так вот выберем у себя как основное задание. Хорошо, а здесь еще на карте я видел еще какое-то... Это вот что здесь? Тимофилы и поганки. Магазин растений, давайте туда сгоняем. О как. Подожди, Хоксмита обратно сделай карту мне. Я имел в виду вот так вот выдели. Во! Это он меня на основную карту, получается, перебросил. Ладно, погнали. Когда нам метлу наконец-то выдадут, а? Уже полетать охота. Сейчас сначала сюда сходим, посмотрим, что у нас здесь. А это что у нас? За какой-то забор... я типа, говорит, вернусь, да? Ну, давай, вернись. Монетки, две штучки. Тоже неплохо. Так, и что это здесь? Сундучки. Сундучки — это здорово. В сундучках либо монеты мы получаем, либо... Опачки. Ну-ка. Люмус. Какая-то труба из земли и крыши Хогсмита. Ага. Ладно. Так, ну-ка давай почитаем, что это за магазинчик. Дерево у магазина Тимофилы и Поганки. Это большое дерево с извилистыми ветвями поддерживает магазин Тимофилы и Поганки. Хорошо. Очень полезная информация. Здесь опять смотрящая это вот какая-то непонятная херня. Так, шляпа. Во, наконец-то шляпа. Да блин, какой протегу. А шапку давайте посмотрим. Наконец-то у нас появилась шапка. Возможно, лучше. Так. Да, она лучше, чем вот эта. Она тоже, блин, остроконечная. Ух ты ж, еще и порванная. Заштопанная шапка. Ну, у нас, конечно, вообще, блин, это Макс прикольный получается. Так, ладно.
Так, а это что, коллекции опять? Что-то опять мы там нашли. А, это вот то, что магазинчик, да? Почему они здесь отмечаются? Я же уже их прочитал, все посмотрел, все, что нужно. Так, давай с тобой поговорить. Ну-ка. Здравствуйте. О, здравствуйте, извините, я никак не успокоюсь. Пришлось отругать некоторых растений. Нифига себе, растения ругать. Наверное, я сама виновата. Так, кстати, меня зовут Беатриса Зелень. Но вы можете обращаться ко мне, мадам Зелень. Мадам Зелень. Мадам Салат, блин. Так. Except, of course, for curses. А еще проклятие, конечно же, ну и еще вас парализую, Короче, она рассказывает все, что у нее там продается, для чего это все нужно. Давай посмотрим, что у нее есть. Так, можно взглянуть. Спасибо, что уделили мне время. Вы сказали, здесь кто-то умер? Ну-ка. Было такое, и мне еще повезло, это всего один. Итак, чем могу помочь? Пожалуй, я пока посмотрю. Так, что там товары? Ну-ка, давай глянем. Что ты там продаешь? Так, пачки с семенами. То есть мы можем семечки какие-то взять. Китайскую жующую капусту. В средних горшках. И это чего? А, семена мандрагоры. Кстати, мандрагоры. А, семена ядовитой тентакулы. Так, открывает способность выращивать ядовитую тентакулу в больших горшках. Блин, я даже не знаю. Так, это что такое? Удобрения богатые. Так, понятно. Удобрения удобрениями. Так, удобрения, может, нам для выращивания надо? Ну, давайте возьмем одно за 300. Я бы взял мандрагору. Да что, повыращиваем что-нибудь? Это уже готовое, получается, мандрагору. Так, шляпу можно купить у нее. А, это продать, в смысле. Ну давайте продадим, у нас все равно она лучше есть. У нас заштопанная шляпа теперь есть. Да, ладно, блин, тут этой игре реально озвучки не хватает, причем конкретно. Я бы понял, когда текстовая локализация... так, подожди, а здесь же это... труба какая-то. А вот и труба, это нам наверх надо, получается. Так, ну-ка залазь. Вот здесь где-то, короче, есть. Ага, вот он. А это что такое? Еще один сундук, прикольно. Так, ну-ка, иди сюда. Давай мы тебя на место посадим. А, короче, о чем я? О том, что здесь очень не хватает русской озвучки. Вот говорят, что сейчас как раз вот собирают на краудфандинге денежки на то, чтобы русскую озвучку сделать. И когда она будет, можно будет, получается, на стимовскую версию данной игры поставить озвучку. Это будет очень круто. Ну, сейчас, короче, мы попроходим, наверное, так чисто... ради любопытства. Мне игра нравится, на самом деле. Вот мне чисто вот из-за того, что она мне нравится, я хочу ее попроходить прямо сейчас. А когда уже выйдет уже русская озвучка, если она будет доступна, тем более еще и бесплатно, то я думаю, что мы на стримах еще поиграем в эту игру, только уже с русской озвучкой, будем заново перепроходить. Будет интересно и весело, я думаю. Так, а как нам переместиться туда? Для нашего задания. Так, нам нужно... Кстати говоря, мы можем, в принципе, пешком туда пробежать. А чё ты не двигаешься-то дальше? В принципе, там можно и пешком пробежать, на самом деле. До Хогвартса. Да нет. Как тебя установить? Так, изменить карту. Так, это чё? Хогсмит. Это карта мира. Это карта Хогвартса. Во! Во куда нам надо. Так, нам надо как-то переместиться. А как мы сюда переместиться можем? Это главное... А, нет, подожди, нам сюда надо. В южное... Так, подожди, ты что, убрал, что ли, отслеживание? Вот, как-то вот так можно, да?
так переместиться. Да, во, вот так. Все, разобрался. Главное, что перемещаться можно с любого места, где ты находишься, и в те места, где, собственно, перемещалка есть. Я просто к тому, что, допустим, в Ведьмаке в третьем нужно сначала до вот этого дорожного знака добежать, вот этого развилки, и только с него можно перемещаться. Это вот немножко неудобно. Ладно, давайте задание выполним. Так, ну давай. Так, к финальному раунду. Хочу потренироваться на манекене. Давайте потренируемся, раз у нас задание как бы отдельное. Сложнее. Ну-ка. Да. That'll be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Короче, он говорит все то же самое, просто комбинации надо применять. Так, что там говоришь? Подтянуть огонь и... Ну ладно, погнали. Раз, два, три. Несложно. Вот так, да. То есть мы его подтянули, плюс подожгли, и потом еще заставили в воздухе летать. Так... А, неправильно. Ошибочка. Ну, это несложно тоже. Главное в бою это не забывать такие эти комбо делать. Так, что у нас? Огонь, да? Так, подтянуть. Блин, что-то как-то сложнее пошло. Хрена себе, вот это длинное комбо было. Так, вроде получилось. Так, без тебя бы им не справиться. А, кто угодно справится, ну да. Training dummies will think twice before challenging you again. Plus, you'll be even more formidable in crossed ones. Other duelists had better beware. Понятно. Ладно, а давайте теперь последнее. А, задание завершили дополнительное. И теперь последнее на чемпиона драку. Вот настал решающий момент. Сейчас мы узнаем, хватит ли тебе подготовки и самоотдачи, чтобы победить. Ну давай, давай. Попробуем войти в историю. Давайте, я сам история, я сам сейчас как войду и не выйду. Непременно. Да давайте с партнером, у нас он с Себасом, мы нормально как бы это воюем. У нас все получается. Так, ну погнали. Против четверых, ни хрена себе, вдвоем против четверых. Вот это нехило. Так, ладно. Пробивайте красные щиты, используя заклинания с высоким уроном. А, это огнем красный пробивать надо. Охренеть. Так, ну да. Давай, хотя бы одного. Так. Да бляха-муха. Меня что, убили, что ли? А чё это меня? Да, конечно, сейчас попробуем. Ни хрена себе, я проиграл. Так, давай-ка. Ну-ка. Гаси там сбоку, там этот зараза начал бить меня. Так, ну-ка. Ай-ай. Остолбенеем. Ах ты ж зараза, блин, меня. Ну-ка. Ой-ой-ой, ай-яй-яй, блин. Так. Ай. Этот зараза обходит сбоку и меня херачит, блин. Сейчас мы его в первую очередь уработаем. Хорошо, давай. Давай, погнали. У меня еще восстановления и хпшки нету, да понятно. Так. О. Ах ты ж зараза, а.
Во! Так, иди-ка сюда. Так. Ну-ка. Ах ты, зараза. На. Вот этого главного херачик. Ну-ка, давай, иди сюда. Давайте вот этого сначала завалим. Так, все. А вот эти что-то стоят прям вообще молодцы такие. Так, ну-ка, иди сюда. А чё я их выделить не могу? Ну. Ну, эти уже простенькие. Да бляха-муха. А чё ты? О, потянул, молодца. Да выдели ты уже её. Неужели? Он у меня их реально не выделял, и всё тут. Чё, всё? А, ещё живая. Да блин, ты можешь её выделить? Я не понимаю, почему он их её не выделяет. О. А почему он ее не выделяет? Я почему ее добить не могу? О, ну наконец-то, блин, добил. Капец, чемпион, блин. Так, ну победили. Вот это да, победа в турнире, да и остается не каждому. Так, это большая честь, просто повезло, это только начало. Если тебе мало лучших дуэлянтов школы, может тебе больше понравится в Думстранге. Это где это? А теперь пора тебе получить приз. Ну-ка, ну-ка, и какой? Для меня большая честь вручить тебе этот простой, но изящный символ твоего непревзойденного мастерства в дуэльном деле. Ну-ка. Я это заслуживаю. Так, спасибо. Спасибо, спасибо. Так, с твоими дуэльными навыками, что-то там, бла-бла-бла. Если бы эти болванчики не тупили и втроем тупо не стояли, то нам бы, блин, жестко бы пришлось. Так, хорошо. Завершено. Раунд завершен. Отлично. Как там это? Раунд. Так, ладно. Что у нас там по задачкам? По задачкам, по задачкам. Задания. Есть еще от профессора Гекат. Давайте вот эти задания выучим. Точнее, выполним. Там, скорее всего, нам дадут... так, что? Нам, скорее всего, там дадут новое задание... новое заклинание. Что? Облачение чемпиона скрещенных палочек. Ух ты, прикольно. А где оно? Инвентарь. Инвентарь? Это чего? А, это понятно. Удобряшки. Так, тут чего? Так, это 6. А, подожди, во, награда. А, завершите задание взаимоотношениями побочные 6. Так, награда, внешний вид, снаряжение, счастливые перчатки лепрекона. Перчатки лепрекона, ну хорошо. Хорошо, так, ладно. 12 уровень, кстати говоря, 12 уровень. А, так. Ай, подожди, я же выделил задание. Я же выделил задание, по-моему. Разве нет? Да подожди. А, и уклоняйтесь от атак врагов, используя кувырок. А, это все задание профессора Гекат. Просто уклоняйтесь. А, задание про травологию. Давайте травологию сгоняем. Выучим, наверное, уж пора бы по травологии что-нибудь сделать. Так, погнали. Так, погнали, погнали. Давайте пробежимся все-таки здесь. Мы не так часто бегаем по Хогвартсу, а так хотя бы посмотрим. Опачки. Это я знаю, как делать. Поджог. Ну.
Еще одна страница. Да хватит тут носиться, носятся. Так, здесь ничего интересного нету? Нету. Вот здесь вот есть, но сюда пройти нельзя. Чего? О, там зеркало еще одно висит. А тут много всего, кстати говоря, есть-то. Только вот сюда зайти-то мы не можем, замок уровень 1. Мы, кстати, замки вскрывать не умеем еще до сих пор. Когда нас этому научат, хрен его знает. Ладно, погнали, пробежимся, посмотрим, что у нас здесь происходит, что у нас вообще здесь как. Главное, теперь мы чемпионы школы по дуэлям. Это прикольно. Это прикольно, это прикольно. Так, это что, в другой? Да, в другой корпус побежали. Поверху. Да, мы там снизу бегали. Ревелио. А сейчас здесь. Ревелио. Ревелио, получается, это как это какое-то ведьмачье чутье, что ли, как вот. Чего? Где? Где-то что-то дзынькает, непонятно. Непонятно где, но где-то дзынькает. Так, это... Ух ты, блин, какие пируэты эта книжка делает. Опаньки. Хрена себе, картина играет. Ну-ка, ну-ка. Ага. Угу. Мощно играет, а? Молодчик, молодчик, вообще он хорошо сыграл. Так, ладно, погнали. Текс. Не, днем вообще прикольно, что здесь дохрена народу, прям вот, прям очень много. Так, а мы вообще куда? А, мы в эти, как их называют-то, в теплицы пошли. Нам, кстати говоря, до сих пор еще не объяснили, где мы можем поставить... о, еще обнаружено. Где мы можем поставить наши столы для травологии, там вот это зелье варенье и так далее. По идее, сейчас должны рассказать. Ну-ка. Опять на полу сидел. Начать задание. Ну, начать. Погнали. Там, видимо, для, до какого-то времени это все происходит. Ох ты, раздается. Красота, хорошо. Доброе утро, профессор Чеснок. Ленора, дорогая, я очень рада тебя видеть. О, вот, держи, это пригодится тебе. Он, подарок для твоей тетушки. Ага. Добрый день. Класс, приветствуем новую розу в нашем... Роза, блин. Ну, теперь будем расти вместе. Она что-то какая-то молодая, мне кажется, да? Я очень рада, что мы снова собрались здесь. В этом году нас ждут волшебство и радость. Но самое главное, что мы будем выращивать на травологии, это знания. Знания. Тот, кто знает травологию, боится ядовитой тиканы не больше, чем, видимо, чего-то там. Так, итак, приступим. Сегодня мы познакомимся с громоголосым клубнем, известным как корень мандрагора. А, ну да. Прям как в фильме. Давайте вытаскивать его. Давайте поможем нашим узловатым подопечным перебраться в горшки поудобнее. Но сперва защитим уши ватными палками. Ватной. А теперь каждый возьмите свою мандрагору и залезьте и резко потяните. Ну давай. Давай-давай. Давай, тянем, потянем репку. Херакс. Ёпа-мать. Блин, это что, каждый раз вот такое? Скорее суньте свои мандрагоры в горшки и присыпьте землей. Да суй ее, блин. Да уж, ну вот это неплохо получилось.
Земля должна укрыть корень, как теплые одеяла, и мандрагора тут же успокоится. Еще бы, ей земля в рот, если навалится, конечно, она заткнется. Ты чё так? Мне очень жаль. Видимо, вам достался почти взрослый образец. Ну все, пора возвращаться. Вы все отлично поработали. Это все? Просто вытащили, воткнули в другой и присыпали землей? Сажать бедья? Чего там? Интересно, любят ли гриппогрифы спорыш? Спорыш. Да, профессор. Прежде всего, хочу похвалить ваши навыки работы с мандрагорой, нюансы ухода за, так, за ними, так, порой сложные. Ухаживать так. Так и оглохнуть можно. Ну, разумеется, чем взрослее мандрагор, тем опаснее ее крик. Так что наушники пренебрегать нельзя. Так, а теперь, как я уже говорила, будем сажать бадьян. Теперь найдем вам... У меня уже есть семена, купленные в Хогсмиде. Ага, вы посетили волшебную лавку, чудесно. Подготовка почвы для знаний — это очень важно. Я организовал вам отдельный стол для горшков. Хотя после начала учебного года сделать это... Так. Посадите семена в пол, а потом вернитесь и соберите урожай. Почва, свет и волшебство — это прекрасно, но растениям нужно еще чего-то там. Время, видимо. Так, ладно, погнали. Это наш стол, типа, да? Так, разблокированный стол для горшков, понятно. Бадьян. Так, листья этого лекарственного растения применяются так. Ну, выбрать. Посадил. Что дальше? Так. А, это... Через реальных 10 минут будет готово. Ни хрена себе. Так, ладно. Посадили. Что дальше? Отличная работа. Работа. Ваш бадьян будет готов приготовление рябинового отвара. Так только подрастет. Я попрошу профессора Шарпа... чего-то там. Я пока... Давайте отвлечемся на другие дела. Так, китайскую жуткую капусту. Жующую. Некоторые растения принесут куда больше пользы вне котла, нежели в котле. Капуста должна постоянно что-то жевать, иначе она становится раздражительной. Капуста раздражительная. К счастью, у меня есть... хорошо. Она в другой теплице, по ту сторону пешеходного мостика из этой комнаты. Когда закончите, подойдите ко мне и берегите пальцы, она кусается. Капуста кусается, ни хрена себе. Так. Что-то нездоровая вещь, капуста, когда кусается. Приятно познакомиться. Ты что, за мной будешь бегать теперь? Я про твою дуэль с Себастьяном, он неплохой боец, правда, слишком много о себе мнит, но тебе удалось разбить его в пух и прах, великолепно. Ах, ну что ж, спасибо. Я и сам готов был поставить на него его на место, да только Гекат мне не позволила. А мне показалось, что она не позволила тому... уронить драконий череп на противника во время драки. Типичная слизеринская. Ага. Ну и когтевранцы тоже, конечно. Это все? Или ты что-то еще мне хочешь сказать, нет? Короче, какой-то непонятный паренек. Так, нам надо вниз. А ты что, за мной будешь бегать теперь? Так, я напарников не нанимал. А что за херня? Home of the Chinese chomping cabbage. Да я знаю, что он здесь растет. Я сюда и бегу. Так, ладно, собрать. Так, ну мы вроде все собрали. И что нам надо дальше? Так, атакуйте манекен с китайской жующей кап... Чего? Манекен? Атакуйте манекен с помощью китайской жующей капусты. Удерживайте L1 и нажмите R, чтобы открыть круговое меню. Так. О как. Ну вот это уже интересно. Инструментом назначить китайскую жующую капусту. Зачем нажмите R, чтобы использовать назначенные вам инструменты ведения боя. Так, ну хорошо.
Look at that. They'll jump on anything they can get their mouths on. Прикольно. Капуста атакует. А ее можно собрать обратно? Нет? Видимо, нельзя. Прикольно. Мелкие, опасные, правда. Вот такие растения мне по душе. Но они как-нибудь бубонтюберы. Не в том смысле, что без них не справишься. Просто представь, если бы это был не манекен. Ну да. Иногда они полезны, да, но ведь это манекен, да, наверное, иногда они полезны. Не будем сильно, так сказать, загоняться, просто иногда они полезны. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and Deathcap has more of them. Если тебе нужно их, можно купить в Тимо, ну, короче, в этой лавке, в которой мы уже были. Ну, ты понимаешь, в общем, нам пора обратно в класс. Ну, погнали. Take your time. I'll see you back in class. Чего? Чё это за звук был? А, она типа исчезла, что ли? Так, ну в класс, так в класс, погнали обратно. Класс. Лишь бы не получить в глаз. Так, где тут лестница была? Вот она. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our lesson. Так, ну что, капустой мы попользовались. Занятное растение, правда? Надеюсь, вам не очень досталось вкусов. Но во всяком случае, я на вас не... Так, ну и славно, ведь у вас, похоже, легкая рука. Мне ужасно любопытно. Ну, короче, грубить сильно не будем. Давайте согласимся, что от них много пользы. В любом случае, их можно в салат хотя бы сделать. А волшебные растения могут приносить огромную пользу. Славно, потому что работа — непочатый край. Заботьтесь о своих растениях, и они оплатят вам тем же. Ну и на сегодня все. Заходите как-нибудь, поболтаем. Мне ужасно нравится общаться с новичками. Ишь ты какая. Что-то какая-то она сильно чересчур молодая для преподавателя пятых курсов. Так, понятно. А с ней можно еще поболтать, Ли? Did you know that you can use the mandrake to defend yourself? Why, the very idea. Новое задание. Это что это? Чеснок, ты так это стала? Ты новых студентов так встречаешь, да? Хрена себе. Ох ты, да? Ох ты, ну ладно. Она, кстати, ростом таким же. По-моему, она сама еще студент. Так, ладно. А что у нас там по заданиям? Задания, вот они. Профессор Гекат. Так, задание по зельеварению. Давайте это выполним. Следующий урок, который мне нужно посетить, это зельеварение. Его преподает профессор Шарп. Ну, давайте сгоняем, зелье поварим. Так, а здесь что у нас? Здесь у нас 3 минуты 43 секунды осталось. Бадьян. Дождаться, не дождаться. Дождаться, не дождаться. Ну, давайте дождемся тогда. Я вырежу лишнее, так сказать, 3 минуты подождем. Почему бы и нет. Лишние минуты вырез. Ох ты. А оно растет, прикинь. Оно действительно растет. Оно не просто здесь таймер какой-то. А оно периодически меняется. О, письмецо нашел. Дорогая профессор Чеснок, как мило с вашей стороны вспомнить, что я люблю клубничку. Клубнику. Неудивительно, что маглы обожают эти душистые ягоды. А что бы вы ни выращивали, все получается отменного качества. От горечавки до ягод. Что за горечавка? А очень надеюсь, что под вашим руководством моя племянница также освоит этот навык. Ленора вас души не чает, уверена, как все прочие ученики, с наилучшими пожеланиями, Элеонора Эверли. Элеонора Эверли. Так, ну хорошо. Так, что у нас тут? Растет еще? Лейк сама летает, поливает, прикольно. Так, ну что, наконец-то
Бадьян у нас вырос. Смотрите, он уже большой какой. 4 секунды. 3, 2, ну, 2, 1. О, еще больше вырос. Собрать. А, он бесконечно будет расти. Слушай, а можно сразу еще несколько посадить, а? Так, ладно. Погнали. Бадьян мы собрали. Нам куда теперь? Нам куда-то сюда. Нам, по идее, можно переместить. Да, давайте переместимся. Переместимся вот куда-нибудь вот сюда, побольше, поближе этому. Да, блин. Переместиться. Выделил его на карте вместо того, чтобы переместиться. Надо же. Так, заканчивать пора. Заканчивать пора. А то серия затянется надолго. Давайте с этим, с Гекатом поговорим. Так. Подожди, стоп. А куда мне? А, мне вниз наоборот надо. Я не туда переместился, походу. А может и туда, просто выше, чем надо. Да, судя по всему, надо было ниже немножко. Здесь он перемещал как раз есть. Ну ладно. Тут на карте сложно понять, куда конкретно тебе перемещаться надо. Подожди, здесь я уже был. Так, стоп. А чё так далеко-то бежать-то? У меня там перемещалка не открыта, хотите сказать, или что? Как-то все запутано здесь. О, перемещалка открыта. Так, это мы куда пришли? Зелеварь... А, это новый урок будет по зелеварению. Чё ты там, блин, жужжишь? Короче, ребятушки, давайте, наверное, следующий урок по зелеварению на следующую серию как раз и оставим. Так что всем спасибо, кто смотрел эту серию до конца. Подписываемся на канал, ставим лайки, комментируем это видео и не забываем про колокольчик, ребятушки. Заходим на стримы, о них, конечно же, тоже не забываем. И всем на сегодня пока!